сохраняя... К военнослужащим обратились Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов. Глава региона отметил, престиж российской армии растет. И это лучшая гарантия мирного неба над головой. Наша армия и флот снова стали легендарными. Их мощь, сила становится признана во всем мире. И никто сегодня не может в этом уже сомневаться. О могуществе и несокрушимости вооруженных сил нашей страны. Укрепляя экономику, сохраняя стабильность в нашем регионе, в нашем крае, мы вносим свой вклад в сохранение и укрепление России. Это наш долг, прямой долг перед будущими поколениями. В этом зале, для того, чтобы отметить праздник, собрались вместе от рядового до генерала. Вот такой союз говорит о монолитности нашего общества, о монолитности армии, об уважении со стороны населения нашей армии. Мы всегда гордились людьми в военной форме. И уверен, многие поколения России будут гордиться. Потому что вы – надежда, опора нашего государства. Праздник продолжил торжественный концерт. На сцену вышли лучшие творческие коллективы края.